Незаконная деятельность фигурантов выявлена оперативниками отдела экономической безопасности и противодействия коррупции Межмуниципального управления МВД России «Энгельское». В ходе проведения оперативных мероприятий полицейскими установлен факт приобретения и хранения с целью сбыта подозреваемым немаркированной алкогольной и табачной продукции на общую сумму более 1 миллиона рублей. При проверке одного из помещений, арендованных подозреваемым, оперативниками обнаружено и изъято более 3000 бутылок немаркированной алкогольной продукции и около 19 тысяч пачек немаркированных сигарет. Также установлено, что указанная продукция сбывалась подозреваемым в нескольких частных торговых объектах, расположенных на территории города Энгельса Саратовской области. В отношении 65-летнего подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом Б части 6 статьи 171 прим. 1 Уголовного кодекса Российской Федерации. Фигуранту избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Денис Желтов, Андрей Багаев, дежурная часть, Саратов.